сейчас будет стрелять мама. Мама, ты не помогла? Не знаю. Ты в нас не попадешь. Ты подойди поближе. Как ты держишь? Иди за черной рукой. А, да? Нет, не за это черное. Вот так, да. Так. Боже мой. Наташа, не надо. О, что ты принес, Тём? Крабочки. Я буду их варить. Подожди же, стой. Тогда это чёрный кончик, да, белка. Это можно уже, ну, куда положить, потому что это уже готовый. Ну, Тёма, покажи, что вы приготовили. Что? Что ты готовил? Я готовил картошку и кабачок. Кабачки, да, с чесночком? А Итан, ты что готовил? Помидорки с луком и баклажан. Ну, приятного аппетита.